Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь ко мне грешным. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, вездесущий и весь мир наполняющий, источник благ и податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, не находя себе никакого оправдания, мы грешные, приносим Тебе, как владыки, эту молитву. Помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, ибо мы на Тебя уповаем, не прогневайся на нас чрезмерно, и не вспомни беззаконий наших, но склони на нас взор Твой, и ныне, как Ты милосердный, избавь нас от врагов наших. Ты ведь Бог наш, а мы люди Твои. Все дела творения рук Твоих и имя Твое призываем. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Открой нам, благословенная Богородица, двери милосердия Божия, чтобы мы, на Тебя надеющиеся, не погибли, но избавились Тобой от бед, ибо Ты спасение рода христианского. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царь всякого создания, сподобивай меня дожить до настоящего часа. Прости мне грехи, которые я совершил делом, словом или помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверны и плоти. И дай мне, Господи, этой ночью мирный сон, чтобы, встав от смиренного моего ложа, я служил Твоему Пресвятому имени во все дни моей жизни и поборол одолевающих меня врагов плотских и бесплотных. Избавь меня, Господи, от суетных помышлений, оскверняющих меня, и от похоти лукавых. Ибо Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа и ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Вседержитель Слова Отче, совершенный во всем Иисус Христос, по великому милосердию Твоему, никогда не покидай меня, раба Твоего, но всегда пребывай во мне, Иисусе, добрый пастырь овец Твоих. Не предай меня крамольному змею, не оставь меня на волю сатаны. Ибо во мне есть семя тления, Ты, Господи Боже, которому поклоняются Царь Святый Иисусе Христе, сохрани во мне во время сна немеркнущим светом, святым Твоим Духом, которым Ты освятил учеников Твоих. Дай, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разумения святого Евангелия Твоего, душу любовью ко кресту Твоему, сердце чистотой слова Твоего, а тело мое Твоим страданием, чуждым страсти, мысль мою сохрани Твоим смирением. И воздвигни меня в надлежащее время на прославление Тебя, ибо Ты препрославлен с безначальным Твоим Отцом и Пресвятым Духом во веки.
Аминь. Господи Боже наш, в чем я согрешил в день сей словом, делом, помышлением, как добрый человек любивый? Прости меня, дай мне мирный и безмятежный сон, пошли твоего ангела-хранителя, укрывающего и сохраняющего меня от всякого зла, потому что ты хранитель наших душ и тел, и тебе славу возносим Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Микрофон не включен. Господи Боже наш, которого верным, имя которого чаще всякого имени называем, дай нам, готовящимся услуг, отдых душе и телу, сохрани нас от всякого мечтания, верного пожелания, умиротвори волнение Софию Готиковое пламя, дай нам целомудренно пожить как в словах, так и в делах, чтобы мы, услышав добродетельную, усвоив добродетельную жизнь, не отпали от обещанных тобой благ, ибо ты благословен во веки. Аминь. Аминь. Господи Боже наш, ты благий человеколюбивый, прости мне все, чем я согрешила сегодня, словом, делом или помышлением. Дай мне верный безмятежный сон. Пошли твоего ангела-хранителя, укрывающего меня от всякого зла. Потому что ты хранитель наших душ и тел, тебе славу возносим Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Да, Оль. Господи, не лиши меня небесных твоих благ. Господи, избавь от вечных мук. Господи, прости меня за все, в чем я согрешила, умом или помышлением, словом или делом. Господи, избавь меня от всякого неведения, забвения, малодушие и бесчувствие. Господи, избавь меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, которое начало лукавым желанием. Господи, я как человек согрешила. Ты же как Бог щедрый, помилуй меня, где немощь моей души. Господи, пошли благодать твою помощь мне, да прославлю имя Твое Святое. Господи, Иисусе Христе, запиши мне рабатую книгу жизни и даруй мне благую прочину. Господи Боже мой, если я ничего доброго не сделала пред Тобою, но даруй мне по благодати Твоей положить начало добрым делам. Господи, отрати в сердце моем росту благодати Твоей. Господи, небо и земли, помяни меня грешную, рабу Твою, верную и нечистую, царствие Твое. Аминь. Аминь. Господи, прими меня в покаянии. Господи, не оставь меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дай мне благую мысль. Господи, дай мне слезы, память о смерти, сокрушение сердечное. Господи, дай мне мысль исповедовать за грехи мои. Господи, дай мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дай мне терпение, великодушие и кроту. Господи, посади во мне корень благ, страх твой в сердце моем.
Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей и умом Твоим, всем и во всем творить волю Твою. Господи, защити меня от злых путей и тесных страстей и от всякой другой неподобающей вещи. Господи, знаю, что Ты творишь, как желаешь, да будет воля Твоя и во мне грешь, потому что Ты благословен во веки. Аминь. Благого Царя, благая Мать, Пречистая, благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, сей на спасую мою душу. И Твоими молитвами направь меня на добрые дела. Чтобы прочее время жизни моей я провела беспорочно, и тобою обрела бы рай, Богородица Дева, Дева чистая, благословенная. Ангел Божий, хранитель мой святой и покровитель души и тела, прости мне все, чем согрешила сегодня делом слова помышления. Избавь меня от всякого коварства противника моего, чтобы не прогневала я Бога ни в каком грехе. Молись за меня грешную, достойной рабы, чтобы явить мне достойной благости и милости всякой Троицы. Если Святой Троицы и Матери Господа моего Христа и всех святых. Аминь. Богородица Дева, радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты среди жен, благословен плод чрева твоего, ибо ты родила Спасителя душ наших. В руки Твои, Господи, Иисусе Христе Боже мой, предаю душу мою. Ты меня благослови, Ты меня помилуй, жизнь вечную, даруй мне. Аминь. Аминь. Огради меня, Господи, силой честного же творящего Твоего Христа, и сохрани от всякого зла. Да воскреснет Бог, да расточаются враги Его, и пусть бегут от лица Его все ненавидящие Его. Как исчезает дым, так они исчезнут, как тает хвост от лица огня, так и погибнут бесы от лица любящих Господа, синеющих крестным знамением, и веселье возглаголовших радуйся, все славный и животворящий крест Господень, прогоняющий бесов силу распятого нашего Господа Христа, шедшего в ад. И поправшего силу дьявола, и даровавшего нам свой честной крест для знания всякого супостата, о всеславный и животворящий крест Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицей, со всеми святыми во веки. Аминь. Аминь. Боже наш, милость Тебе, Небесный Отец, помилуй Сына моего. Моя уже молитва. Ладно. Радуйся, всеславный, уже творящий крест Господень, прогоняющий бесов силой Тебя распятого Господа нашего Христа. Все. Простите. Да. Все. Давайте это. Стоп, поклонную почитаешь, Валь? Почитаю. Слышь, ты меня хорошо? Ну, более-менее, да. Глуховато, но пойдет.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Встань в камеру. Еще чуть левее. Угу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешную. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Господи, слава Тебе! Благодати наши на сердце Божьей Бога, а во очи услыши молитвы наши, помилуй спасения грешные, тайные и явные в уме помышления, во имя ночи, все дни жизни велики мало мои грехи, прости, Бога, за которое я подала имя, все я падала и вставала, Господи, но благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаяться в спасении, слава Тебе, это помощь Духа Твоя Святаго, и молитва Святой, хвала Тебе, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за день, который даровал мне веру Твою святую, страх Божий, ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за день, который дал мне Твою святую Библию, показал толкование святых постов, как на истину. И святая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Мать Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Матерь Божия, благодарю Тебя, покроем опором любви Твоей, скорбя печаль всех обстоятельств, что Ты помогала мне, от позора поношения, по сравнению с чистой измены, спасала. Хвала Господу Богу нашему, заходает от Святой Марии за род человеческий, дивная заступница наша, Дева Мария. Благодарим Тебя, Ангел Христос, хранитель мой, Святой Марии, Бога мне грешной. Добрый мой Ангел, благодарю Тебя, что столько лет Ты защищал меня от видимых врагов и невидимых злобных духов, которые могли бы погубить бы сразу. Без покаяния не отпусти жизни, и транспорт, и службу сохранил меня. Благодарю Тебя, Ангел. Ты следный час не покинь, за душа моя будет распечататься от тела сынами царства, проведи душу мою и веди ее навеки, вечное царство небесное. И ангел, Тысяча Христов, моли Бога о нас. Иоанн Креститель научил нас жить в бедности, быть благочестивым, довольным, довольством пропитанием, одеждой, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным, довольством и малым, и искать прежде всего Царствие Божие и правды Его. И не бояться начальствующих правителей грозных, не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и печатью, стоять я вовсе Богу. Каждому да дарует Господь жильем. Святитель Христов Никола, мельгетист чудотворец, образ судости воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Господи, слава Тебе, носителя Господи Николу, скорый помощник деле, благодарю Тебя, ибо Ты слышишь молитвы о людях и животных. Господи Боже наш, слава Тебе, власти милосердных, спаси нас, Господи, и помилуй, аллилуйя. Святые пророки Илии, Елисей, Генос, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авен, Ной, Иона, патриархи Иосиф, патриархи Авраам, Исаак, Иаков, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Барух, Ипикиен, Осия, Иоиль, Агей, Сафони, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Лухарь, Ротмихей, молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за Святую Библию, за бедных пророков, которые бежевые духом изрекли, записали, сохранили эти слова для нас. Исполни Духом Твоим Святым Церковь Твою, дабы день похода Твоего и нашего отшествия не застал нас спящими, а чтобы мы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы Святого Божия предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные, перелюбовные, апостолы, Петр и Павел,
Святые евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, молитвы Бога о нас. Господи, умучи сердца правителей мира всего, Владимира, Демисия, Дональда Трампа, Ангела Меркель, Франсуа Олланда, Эрдогана, Петра Владимира, всех прочих правителей, да продлится еще мир. Дай нам еще священника, место для занятия, приди в нашу учебу, как тебе угодно. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Святые мученики, мученики, Игнатий Богомоз, Поликарп Смир, Кирилл Философ, Косма и Дамиан, Андрей Скатилат, Ирон Мученик, Климент Римский, Климент Танкирский, Антим Никометийский, Георгий Победонос, Пантелеймон и 40 святых мучеников. Царат Николай, Святой Царство, Семейство, Владимир, Вениамин, Леосиф, Борисный Глеб, молитвы Бога о нам. Господи, укрепи сердца наши, воле Твою, чтобы малые дети верили истинно в Тебя, поняли искушение, не допусти до принятия. Антихристы начертали на чело и на правую руку, чтобы в скорби и печали никто не отошел от Тебя. Святые Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Афанасий Великий, Макарий Египетский, Макарий Александрийский, Антоний, Феодотий, Корнилий, Киев Почаевский, Сергий Радонежский, Степан Сербский, Серафим Саровский, Иоанн Мутопольский, Иоанн Шанхальский, Ирина Сухонский, митрополит Иннокентий и все переводчики Священного Писания. Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский, все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да помилует и спасет Господь нас, да дарует нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Дай нам любовь к Святой Библии, коснись сердец патриарха, митрополитов, епископов, в том числе епископ Всеволода, священников, в том числе Иерея Александра, диакона, всех, кто является служителями Твоими, и всего народа Твоего, всех молящихся Тебе, Господи, Боже наш. Даруй всем духовное рождение свыше, водительство Духом Твоим Святым. Научи нас заботиться о стяжании Духа Твоего Святого. Святые жены и девы, свекла, первомучица, Фастинёса, Маринина, Сибирония, Вера, Надежда, Любовь и Матери София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перспектуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Христивая Сила, Гоники Юния, Петриана Устина, молитвы Бога о нас. Дару Господь девам и жена, послушание, молчание, свободу, служивость, сохранить от всяческих поруганий, нападений, недобрых людей, хвала Тебе, слава, чувство поклонения Тебе, Святой Дух. Аминь. Помоги, Господи, в наших нуждах. Посети, исцели, утешь болящих и немощных. Филариона, Кирилла Сахарова, Игнатия Тихоновича, Валерия, Валентину, Надежду. Божьей милостью будет мне грешной. Создай меня, Господи, помилуй меня, обещай, запиши, Господи. Прости меня грешную и помилуй. Господи, Господи, соедини нашу молитву с молитвой всех святых Твоих, молящихся на небе и на земле. Господи, услыши, помни молитву всех, молящихся о нас по благо нам. Господи, прими нашу молитву во всех, заповедавших нам молитвами. Спаси их и помилуй. Говори, Господи, слушай и дослышит, раба Твоя. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Спокойной ночи. Всем ангела-хранителя.
Спаси Христос.